Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Рассмотрим вопрос, можно ли должника по алиментам лишить водительских прав. Мой бывший муж не платит алименты уже 3 года. Долг уже более 200 тысяч рублей. Приставы никак не могут заставить его платить, так как он нигде не работает и у него нет ничего. Могу ли я требовать, чтобы его лишили водительских прав, потому как он спокойно разъезжает на дорогом автомобиле, который записан на его сожительницу? Должникам по алиментным обязательствам действительно может быть применена такая мера, как ограничение действия водительских прав. Но необходимо учитывать, что эта мера не применяется к тем, у кого транспорт является единственным источником дохода, либо имеются проблемы с транспортной доступностью, где проживает должник. Также, если на иждивении имеются инвалиды первой и второй группы, эта мера не применяется. Вам же советую написать заявление в службу судебных приставов исполнителей о применении к должнику мер принудительного взыскания, в частности, привлечения к административной ответственности, а затем и к уголовной, если ситуация не изменится. В случае, если судебный пристав не предпримет указанных мер, обязательно подавайте жалобу на имя начальника отдела судебных приставов. Если после этого не последует каких-либо изменений, подавайте административный иск. Если вы проявите настойчивость, результат обязательно придет. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня!